Новая жизнь в новых квартирах. Трое воспитанников детского дома-интерната номер один впервые увидели свое будущее жилье в доме на Муринской дороге. Давай, Машка, иди смотри. Это да. Ой, балкон. Такого в их жизни еще не было. Своя квартира, где они хозяева. Отделка проведена полностью. Стены, пол, сантехника, все счетчики. Заезжай и живи. Воспитатели из детского дома наперебой советуют, куда что лучше поставить. Рядом с домом большой лесной массив. Мне важно, чтобы чтобы все удобства для меня были созданы. И огромное спасибо тем, кто этим занимается. Правительству огромное спасибо и, конечно, им низкий поклон. Детдом, в котором росли новоселы, особенный для детей-инвалидов с нарушениями интеллектуального развития. Поэтому очень важно, выпуская таких ребят в самостоятельную жизнь, убедиться, что они к ней готовы. Для этого разработали специальную программу адаптации. На базе тренировочной квартиры воспитанников учат базовым навыкам. Готовить пищу, платить по счетам, ориентироваться в городе. Только потом их ставят в очередь на получение жилья. Из всех наших воспитанников, которые выпустились и живут самостоятельно, все работают, все ведут такой правильный образ жизни, нет никаких асоциальных тенденций. То есть мы гордимся тем, что мы делаем, мы гордимся нашими ребятами. В этом году уже 6 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из этого детдома переехали в отдельные квартиры. За их адаптацией первые 5 лет будет присматривать специальная комиссия. Еще 6 воспитанников завершают программу подготовки к самостоятельному проживанию. Если педагоги решат, что их можно выпускать в свободное плавание, то через год-полтора и эти выпускники смогут рассчитывать на свое жилье.